Привет, человек за монитором! С тобой Винес, и это шоу «Кто круче?» Настоящее «Кто круче?» И сегодня мы разберемся, кто круче – Grumpy Cat, Lil Bub, Бровастый Сэм или Dubstep Кот. Grumpy Cat, кстати, это кошка, а не кот, получила премию Webby Award номинации «Мем года». Hey, what you gonna do? Принесла своей хозяйке миллионное состояние, рекламировала Фрискис, бывала на Бродвее и встречала Новый год с толпой фанатов. Почти 2,5 миллиона подписчиков в Инстаграме. Это худшее, что могло со мной случиться. Dubstep Кот. Увлекается дабстепом. Снялся в нескольких домашних клипах, на его ролики есть пародии. Кот Сэм имеет шикарные брови, и хоть они придают ему несчастный вид, сам кот не так уж безобиден. У Сэма 248 тысяч подписчиков в Инстаграме, любит уютно устроиться, пробует диджеить, является фанатом скончавшегося в 2014 году полковника Мяу. А без бровей он выглядел бы вот так. Lil Bub, тоже кошка, имеет почти 2 миллиона подписчиков в Инстаграме. Есть фотка с Де Ниро, любит домашний уют, игрушки, веселье, еду. Коммуникабельно. Ужасно ласковая. Кто же из них круче? Барабанная дробь? Круче всех! Отстойное шоу. Я даже рад, что нас не пригласили. Подписывайся, вступай в нашу группу ВК и не забывай делиться нашими видео с друзьями. А мы тебе плюшку. Пока!